Спорткомплекс «Спартак» волейбол в столице достроит к концу 2020 года. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Интерфакс со ссылкой на Мосгостройнадзор сообщает, что строительство спорткомплекса «Спартак-волейбол» завершат к следующему году. Отмечается, что сейчас ведутся работы на уровне 8 этажа. По информации издания, объект находится по адресу Новоясеневский проспект, владение 3. Строительство ведется за счет инвестора. Общая площадь комплекса составит 36,2 тысячи квадратных метров. В здании создадут двухэтажный спортивно-оздоровительный центр, бассейны для взрослых и детей, спортзалы, кафе и гостиницу в 14 этажей. При этом подземная часть объекта будет включать в себя парковку на 93 места, а наземная – еще 127 мест. Пока у меня все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online.